Арсартикаэдес асилис, или подвижный утонченный убийца, называется в просторечии Арсартис. Это небольшой вид тераподов, обитающих на горах острова Черепа. Арсартис является потомком теропод, которые в процессе эволюции вернулись к квадрупедальности или хождению на четвереньках. Арсартис был легкого телосложения подвижным хищником, имел компактный череп, 4 тощие лапы и противовес в виде длинного хвоста. Достигал в длину от 2,6 до 4 метров и около метра в высоту на уровне бедер. Арсартис являлся одиночным хищником, обитающим на полосе Нагорий. С помощью цепких когтей и развитых кистей лап он плавно передвигался по выступам скал и по опасным для двуногих животных тропам. Охотился на бифуркотопсов и других травоядных рептилий. Начинал атаку с близкого расстояния, преследуя жертву, после чего делал резкий бросок. Убивает словно гепард, кусая и раня когтями. Арсартис происходит от двуногих теропод. В процессе эволюции он так сильно отделился от своих предков, что точное определение его систематического положения невозможно. Судя по строению когтей на задних лапах, можно сказать, что он имеет связь с драмеозавридами. На каждой задней лапе у него имелся коготь длиной около 18 см, с помощью которого он умерщвлял жертву. Ты. Да, я не ошибся. Именно ты. Человек, который запустил данное видео. На моем канале ты сможешь увидеть самое лучшее видео не только про динозавров, но еще и связанное с научной фантастикой. И подписавшись на канал, ты никогда об этом не пожалеешь. С тобой был Дарт Сидиус. Всего тебе хорошего и удачи!